Как мы сейчас видим, плюс к этому еще и уничтожение общеевропейских газопроводов. Это вообще такая запредельная вещь, но тем не менее мы являемся свидетелями этих печальных событий. Власть над миром – это вот как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная.